Всем привет, на связи Игорь. Вот накопал уже минут за 30, нашел место, схрон. Железа очень много в этом месте. Есть вот такие детальки, есть вот такие, все классно. Вот, нашел детальку, там много очень колемушек. Может быть и золото, может и серебро, ребята. Вот, вот, вон. То есть железо уже до полчасика нормально накопал. А сейчас покажу самое главное. По-моему, нашел коробку. Но точно не знал. Просто жесть. Красоты. А не, не коробка. Короче, что-то очень такое хорошее. Алюминиевое. Поэтапно. Очень длинный туда уходит. Туда. И туда. Копаю, потом показываю. Ну вот, я сегодня накопал, как говорится, алюминия. Сегодня хорошая балдышка. Железо. Как говорится, я не стал показывать. Ну, килограмм 100 прям верных сегодня накопал. Завтра пойду на коп, все покажу. Сегодня решил завершить видео на том, то, что вот я показывал балдышку, которую я выкопал. Вот я уже ее привез и складирую в цветной. Я не знаю даже, что это такое. Но балдышка очень классная. Ну, вот и мой цветной. Сегодня покажу цветной. Так, вкратце. Вот у меня сколько цветного. Цветного очень много, даже в принципе не меньше, чем в том году. То есть вон он, пластик там. Ну, это я тут пока оставил мешочек, потом унесу биг-беги, буду все поэтапно показывать и так далее. Короче, мешков 70 вот таких вот. Ну, вот любой есть, все на вкус есть. Вот сегодня еще такие нашел детальки. Вот два мешка сегодня цветненькие я привез. Железо, как повторюсь, килограмм 100 набрал. Вот у меня общий результат цветного. В принципе, немало. Зимой буду перебирать, все расфасовывать, пилить, как говорится, болгарочкой. Ну и так далее. Это мои весы. Гараж полностью забит, чем надо. То есть, что надо мужику, все есть, как говорится. И да, еще многие пишут, рассказать про лемеха, да? Вот у меня партия лемехов, я их сдавать не буду. Вот лемеха, вот эти вот треугольнички, вот лопатки хана. Буду варить, заваривать. Зачем новую покупать, если есть руки? Заварю и будет нормально еще служить. Вот треугольнички, вон треугольнички. Вот треугольнички. Вот эту вот партию, вот которая, вот она у меня. В принципе, вот так. Можно будет сдать, ну я не знаю, 1000. Вот это вот лежит 1000, может 6. Если каждый лемех плюс-минус по 200 рублей сдать. Но у меня есть человек, который уже сказал, не продавай в Чермет. Я тебе куплю его, то есть 100 раз дороже. То есть, если я за лемех, грубо говоря, один лемех весит, ну, тире там 5 килограмм, 5 на 2, 100 рублей. Какие 100? Да не, лемех. В принципе, мы можем сейчас это все проэкспериментировать. Я что-то даже не заморачивался. Сейчас прям в прямом эфире, как говорится, извешу его. Так. Вот она. Сейчас. Короче, 0. Ложим. Не, какие эти 6? Короче, плохо видать. 3,70, короче. 3 кило, 4 килограмма. 4 умножаем на 2, 80 рублей, а так за 200. То есть разница есть. Плюс-минус, тут уже лежит 1006-7. Так, вот он прицеп, уже набитый. Набитый полностью железом. Диск один уже расфигарил, стал второй. Вот это вот
Ну, плюс-минус. До половины чуть осталось уже бочки добить. Как я и говорил, балдышку алюминию показал в прошлом видео. Потом покажу, говорю, перед копом. Сейчас уеду на коп, покажу свои находки в общем уже. Вот это вот, кстати, еще не взвешено ничего. Уже вот, ну, дня за два. А, за три. Гоню за три дня. Нормально. Тут все взвешено. 6. Вот в этой куче, вот которая взвешена, 6 тонн, 52 килограмма. Ну, короче, плюс-минус 6. Вот в этой куче, я думаю, будет килограмм 300. 6,350, может. 6,400, короче, будет. Плюс-минус. Если сегодня еще накопаю, я думаю, накопаю. Так что как-то вот так вот. Балдышки вот тут вот. Вообще отличные. Вот они уже после дождей немножко уже придались виду. Так что... как-то вот так вот. Вот они, хорошие балдышечки. Вот она самая та находочка. Вот куски, блин. Здесь добрый металл, но я не знаю как. Вот такие вот считаются вот добрыми. Вон толщина, я не знаю даже сколько тут. Ну, плюс-минус, наверное, 5-6 миллиметров, я хрен знает. Так что вот так вот. Вот тяжелый тоже нашел ее, в принципе, недавно тоже. Ну, весь металл, в принципе, добротный. То есть, какой нужен каждому приемщику. То есть, металл весь отличный. Эта тачаночка отжила свое. Что же, не на помойку кидать, как многие население выкидывают. Просто так тупо железо, хотя это уже модно. Железо это уже тренд. Цветное железо и так далее. Все, раз все металлы. Когда занимаешься черметом, ты знаешь все металлы. Ну так что вот так вот. Короче, в новой шапке. Спартак чемпион. Пускай пока и плохо, пока. Пятое место, что ли, у него. Ну, не суть. Еду на коп. Всем приятного просмотра. Ну вот, накопал. Я не знаю плюс-минус сколько. Но тут балдышки, блин, напал на хорошее место. Очень хорошие балдышки. Дождь начался. Я что-то не снимал. Цветнинки. Сегодня опять мешок целый. Там медь, ну, внизу. Нержавейка. Короче, нормал. Сейчас еще покопаю, сколько смогу. Ну и так далее. Так что продолжаю коп. Даже в дождик. Что теперь делать? Как говорится, морозы. Ой, дождя. Короче, пофигу. Дождя не боимся, короче. Так что продолжаем коп. Всем приятного просмотра. Хорошие балдышки. Вот накопал. Килограмм 200. Может и больше. Машина так просела первый раз. Так что как-то вот так вот. Видео не снимал, как копал. Но она и незачем. Так что как-то вот так вот. Сейчас покажу основной коп, когда разгружу. Так, ну вот у меня получилось. Тут такая кученька. Все перезвесил, что было вот в тачке. Сейчас поеду на коп очередной. Ну, вчера у меня не получилось мое видео, то отснять имеется в виду. Ну, уже вечер был. Я вот сейчас снимаю, а потом еду на новый коп. То есть вот я нашел вчера. Вот вчера много нашел. Килограмм так, ну, 150 точно. Вот она моя куча вообще теперь. Как и повторюсь еще, ну, ту кучу взвесил, примерно получилось 600 килограмм. Вот, что, в прицепе лежало 600 килограмм, 570, что ли там. Сейчас буду пересчитывать и общий счет еще вести. Ну, это я все потом, как говорится, покажу. Так что балдышки вообще хорошие, которые как надо. Так что, кому нравится мой канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки. Пишите в комментариях свое мнение. Пока-пока.